Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами новым проектом. Называется LimeMedia.vip. Здесь нет главной странички. Если кого заинтересует, перейдя по ссылочке, вы попадете на такую вот страничку. Сразу логин. И нужно создать аккаунт. В этом проекте нам дают возможность зарабатывать абсолютно без вложений на просмотре видео. Сейчас я вам все покажу. Значит, прописывайте имя, email, юзернейм, пароль, повтор пароля. Здесь будет ваш пригласитель. Нажимаете «Зарегистрироваться». Вам на почту придет просто приветственное письмо, где вот ваш логин. И как бы войти не пришло. Папку спам. Значит, не спам, я кликаю. Так, я же зарегистрировалась, друзья, вчера где-то примерно около полуночи. Я просто зарегистрировалась, сохранила как бы сайт. Я переписывалась со своим пригласителем. Вход по имейлу или логину и паролю. Нажимаем «Войти». Ага, можно ладно. Подождите, юзернейм. Опа. Опа, опа. Сейчас пропишем. Юзернейм. Значит, и попали в кабинет. Как я сказала, вчера зарегистрировалась около полуночи. Ничего не делала. Так, немножечко прошлась по кабинету. Погуляла. Вот, и все, потому что уже ни сил, ничего не было. Время так было уже... Сразу потом сделала завершение работ. Сразу на домашней страничке у нас находится реферальная ссылочка. И, как я сказала, я вчера переписывалась со своим пригласителем. Вот он меня пригласил. И то, что он мне здесь показывал, вывод, то, что мы здесь зарабатываем в долларах, вывод здесь производится в биткоинах. Минимальный вывод здесь от 50 долларов. Как бы. И дают нам без вложений на просмотре просмотреть 3 видео по 50 центов. Это в день выходит 1,5 доллара. 1 доллар 50 центов. Как бы. Вот. Так, скрываем. Так, ну что, давайте теперь разбираться. Дают нам при регистрации бонус 5 долларов. Ну, на бонус... Естественно, рассчитывать не надо. Вывести нам его никто не даст. Зарабатываем 50 долларов и ставим на вывод. Значит, все у меня здесь по нулям. Значит, есть WhatsApp, есть Telegram. Если мы кликнем, нас перебросит Telegram. LimeMedia. И что здесь? Можно подписаться, естественно. И вот здесь, смотрите, табличка. VIP 0. Видите? 3 видео по 50 центов. Ежедневно доллар 50 центов. Как бы, да? И минимальный депозит здесь от 100 долларов. Я сюда вкладывать ничего не собираюсь. Если вы будете вкладывать, то на свой страх и риск, друзья. Вот. Я буду работать абсолютно без вложений. Мне нетрудно раз в день зайти, посмотреть этих 3 видео. Значит, все буду делать в режиме онлайн. Значит, что здесь у нас? Задание. 3 видео нужно просмотреть бесплатно. Вот они. Кликаем. Нас перебрасывают на страничку. Ждем. Так. Включаем.
Звук отключаем и смотрим. Все. Спасибо, видите, да, это все быстро. 5 секунд. Закрываем. Вот поблекло. Видим, да, эти такие яркие. А это уже блекло. Следующее видео. Так, включаем. Идет вот таймер. 5 секунд. Все, закрываем. И последнее видео. Как видим, все это быстро делается. Будем надеяться, что да, заплатят и все будет хорошо. Но не заплатит, никто ничего не потеряет. Я просто удалю его и все. Хотите работать, друзья, работайте. Не хотите, пройдите мимо. Все, я просмотрела 3 видео. Давайте обновим страничку и посмотрим. Все, комплект 3 видео. Видим вот. Так. Далее что? Это вот видео. Валер, здесь что у нас? Значит, тут показан баланс 6.50. Переведем на русский. Значит, сумма для пополнения. Можно в биткоинах, это ТРЦ. А здесь вот снять со счета, смотрите. Так. И здесь показано количество, то, что я заработала. Доступно для вывода. Вот эти, как я уже сказала, $5. Я вообще не понимаю, зачем они дают этот бонус, если он ни о чем. Выводить мы будем только из заработанных средств. В день по $1.5, я думаю, можно и насобирать. И вывод здесь только в биткоин. Сатоши здесь нет другого. Почему? Хотя вот здесь, видите, есть USDT TRC20 и биткоин. Вот здесь, когда вы кликните, да, снять со счета, вот настройка. Идем. Здесь прописывается только биткоин адрес. Я еще ничего не прописывала, но я, наверное, буду прописывать с этого спайра. Раз $50, там как раз и хватит, я думаю. Вот. На Faucet Pay здесь не пройдет. Потому что многие будут задавать вопросы, можно ли от Faucet Pay. Нет. Здесь, скорее всего, в таких проектах нужен адрес кошелька. Я пропишу Spyro. Это я все потом сделаю. Прописываете, кликаете обновить. Кошелек сохраняется. Так. Значит, здесь пакеты. Как я сказала, здесь от $100 идет. Ну и по нарастающей. Я вкладывать не собираюсь. Так, далее. Здесь, если будете покупать пакеты, собственные пакеты будут отображаться. Бесплатный VIP, он у меня. Всего просмотрено. Так, сеть. Значит, здесь будут отображаться партнеры. Также находится реферальная ссылочка, друзья. Далее маркетинг. Здесь также видео. Но я уже просмотрела. Вот. 5 секунд. Ну и все, редактирует, что тут безопасность, настройки профиля, что у нас здесь. А сменить пароль, если что. Ну и выход. Вот такой вот, друзья, проект. Также есть, если кликнуть, наверное, WhatsApp, я не буду кликать. Ну а Telegram я вам показала. Хотите, пробуйте работать без вложений. Не хотите, пройдите мимо.
Я не даю вам 100% гарантии то, что он заплатит, но тем не менее без вложений можно попробовать. Вот. Ну, как наберу минималку, проверю, естественно, на вывод и запишу видео по выводу. А там посмотрим уже. Заплатит добро, не заплатит. До свидания. В топку. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.